Всем привет, меня зовут Султан, я являюсь старшим инженером-гидротехником в крестьянском хозяйстве ТО «Кызылша-Жер». Мы находимся на пивоте номер 13, сахарная свекла сорт «Ардан». Выращиваем свеклу под дождевальными установками. Планируем в этом году получить неплохой урожай на данном участке. Также у нас есть и зерновые культуры, как кукуруза, также есть картофель под дождеванием. Мы используем под сахарную свеклу 800 гектар у нас посеяно, да, сахарной свеклы под дождевальными машинами. Вот в этом году, где был капель наращения, все будет дождевальный агрегат. Это левый, правый, это пятая нитка, 13 машин будет. А действующие сейчас 25 дождевальных агрегатов, 95% под сахарной свеклой здесь. С компанией «Валей» мы сотрудничаем уже с 2019 года, то есть мы приобрели первые три машины в 2019 году, а в 2021 году мы уже дополнительно установили 22 машины. То есть у нас под орошением всего 1250 гектар на данный момент. Свекла находится в хорошем состоянии, корнеплод сформирован правильно, в усеченной форме, все. Но благодаря дождевальным машинам вовремя можем подать влагу. Ну, рассчитываем, что к началу уборки каждый корнеплод будет весить кило 100, начиная от 800 грамм одного корнеплода. То есть корнеплод не лопается, развивается правильно. Именно отсюда осуществляется забор воды для дождевальных машин. И находясь здесь во время подключения насосных станций, мы можем одновременно включать дождевалки, то есть перед запуском насосов. Это избавляет нас от езды по полям, запуска ручным методом. Невозможно все ручным способом включать и регулировать. Это требует очень много времени, сил. Мы пользуемся приложением «Валей» AgSense, то есть это позволяет нам экономить кучу времени. Сидя в одном месте, можем видеть состояние дождевальных машин. В приложении все это есть. Мы это видим, мы это смотрим и можем контролировать ситуацию. Мы можем дистанционно включать и выключать дождевальные машины и также регулировать норму полива. К примеру, у нас есть две дождевальные машины, которые делают неполный круг. Там мы используем технологию старт-стоп, то есть эта машина останавливается там, где он проезжает овраг. То есть это очень умная технология, я считаю, и очень полезная. Если говорить про комплектующие дождевальные машины, то у нас имеется клапан Нельсона. Это высокотехнологичное решение при регулировке давления. Также у нас есть порты для подключения систем фертигации. Это очень важно при внесении удобрений. Да. Также у нас имеется расходомер, то есть мы можем точностью до литров знать, сколько у нас уходит воды. В этом году, если мы посадили 1100 гектар, то на следующий год мы уже планируем дополнительно устанавливать 26 машин, ну, примерно ориентировочно. То есть это уже плюс-минус 1500 гектаров. Мы очень все довольны работой данных машин. Вообще никаких проблем не было, не было замечено за эти три года. Очень просто и удобно. А если хотите получить хороший урожай, обращайтесь к «Валей».